Витаю! Всем привет! Сегодня я хочу поднять такую тему, как слизни. Хочу поделиться своим опытом и спросить у вас совет. Отряд неистребимых. Уничтожить слизней просто невозможно. И в последнее время их становится все больше. Вот в таком вот состоянии у меня побитом хосты и многие растения. Но хочется выйти из дома и сорвать для салатика небольшое количество, скажем, огурчиков, а я это сделать не могла. По-видимому, из-за изменения климата в наших широтах стало гораздо теплее, и их стало несметное количество. И вот такая вот возникла проблема. У меня есть возможность у сестры вырастить овощи, но возле дома всегда вот хочется огурчик и в салатик. И я хочу показать, как я придумала. Я решила в этом году в катке с можжевельниками. Эти кусты, кстати, не очень густые. Я экспериментально высеяла сюда пару семечек огурцов. И в итоге почти все лето, каждый день можно было сорвать буквально на салатик свеженький ароматный огурчик. И насладиться биопродуктом. Никакими удобрениями я обычно не поливаю, поэтому мне не подходят такие химические препараты для уничтожения слизней, как, к примеру, патруль или вот этот препарат. И все это пробовала по цветущим растениям, там, где выращивала не для еды, работает, но опять же ненадолго пробовала. Что только не применяла, и пиво оставляла в баночках, да, сползаются в емкость и там погибают, но всех не переловить. Сыпала и горчичный порошок, и яичную скорлупу, тырсу, гашеную известь, соль. Кстати, помогает соль, но она вредная для растений. Единственное, что не собирала вручную, на это просто нет времени. Это для меня не вариант. Напишите, пожалуйста, возможно, у кого-то есть варианты борьбы, экологические варианты, типа, возможно, есть такие растения, которые отпугивают эту живность. А, да, кстати, и ежик приходит. Но их столько, что всех со всеми ежик не справляется. И пока что самый эффективный вариант – это вот такой. Посадить их, растения, которые мне нужны, подальше от слизней. И в следующем году я, скорее всего, постараюсь побольше в катки засадить. Это у меня был такой эксперимент. Он удался, мне понравилось. Огурчик. Как я показываю. И сейчас с шашлычком. Красота. Ну, это да, это будет тоже всегда. Но с этим, типа, не надо, типа, так. И с огурчиком. Огурчик. Это вчера не вырвала. Один. Цветы, которые мне нравятся, я их тоже высаживаю в катки подальше от слизней. И туда они тоже не добираются. Поэтому приходится мне прятать в катки. Отдельно высаживать бегонии, колиусы, чтобы слизни не добрались до них. Пассифлора отлично растет в наших краях. Посадить не могу, слизни съедают. Поэтому в этом году, правда, поздновато, но я высеяла тоже в катку. Они у нас тоже замечательно цветут. Очень красивый, великолепный цветок. И раньше у меня всегда вот такие вот цветы вырастали на опорах. Вот теперь я не могу посадить из-за слизней. Они маленьким росточком съедают, дотла остаются одни корешки. Вот так я могла высаживать бегонию, теперь тоже не могу. И вот это мой выход. Я просто прячу
от слизней растения. В этом случае я подняла выше, в горшок высадила, и можжевельники оказались отличной опорой для огурцов. Да, еще куры с этим отлично справляются. Тоже мне кто-то рекомендовал курочку завести, но это не вариант. В моем случае повыгребают все мои цветы. Да, кто-то говорит, возьмите на прокат мою курочку, и у вас не будет слизней. Да, да. Нет, она не съела, она ее скинула, смотри. Не кушает? Нет. Смотри. А ну положи. Смотри. Она же видит. Прекрасно. Вот она скинула его, вот, из клюва кинула. А вот она становится твердая, когда трогаешь слизень, а ну, они становятся еще твердыми. Видишь? Вон, все на полу. Не может укусить. Не ест. Видишь? Не, вот не, ну она зерно пшеницы ест. Это не из-за того, что твердое. Оно им невкусное. Смотри, да, выплюнула. Да, о, да. Съела. Белоруска съела. О, все, пошло. Лигорный надо. Для... Лигорный поели все. Вон, вон, сейчас да. Драка за значит, него. Лигорна надо брать на слизней. Да. Только лигорн ест. Так. И как показал наш небольшой эксперимент, что еще не все породы кур будут кушать слизней. В нашем случае только белоруска, эта порода лигорн, кушает слизней. Так что вот такая проблема со слизнями.